Добро пожаловать на мой канал, и я надеюсь, что по названию видео вы поняли, о чем оно будет. Это видео будет о том, что я купила на Black Friday. Я живу в Америке, здесь очень популярны Black Friday, и не во всех магазинах работают fitting room, примерочные, поэтому что-то я возвращала уже. Я несколько вещей уже вернула, которые мне не подошли. И это в основном все покупки, которые очень удачные, которые мне нравятся вещи. И, наверное, начнем с первого моего любимого магазина. Самого крутого, наверное, магазина по качеству, который я видела. Из такого бюджетного сегмента. Это магазин Uniqlo. Это вещи из Uniqlo. Я начну с первой вещи, которая на мне уже. Это вот такая вот толстовка. Я уже одела, потому что я ее обожаю. Просто я ее на работу ношу. Я работаю в магазине, конечно, это не всегда удобно. И нам, кстати, нельзя носить одежду с надписями. И мне пришлось покупать себе вот такие вот толстовки без надписей. Вот так вот она выглядит. Я себе брала эта толстовка в размере large. Я себе первую брала в размере extra large. И она чуть-чуть великоватая. По рукам чуть-чуть великоватая. Это получше, блин. Поэтому в этой чуть-чуть удобнее. И эта толстовка стоила 19,99. Эта толстовка была на сейле, на Black Friday. И там, кажется, до сих пор есть сейл. И вторая толстовка. Она вот так вот выглядит. Она такая, я не знаю, такой синий, темно-синий цвет, но он очень такой приглушенный. Она стоила, ее оригинальная цена 29,99. Я купила за 19,99. Я еще не одевала. Я их всех в одно время купила, эти толстовки. Вот эти вот две. А эту белую, бежевую, я купила до этого. Я потом поняла, что мне на чуть поменьше размер. Так что я вот такую вот сделала себе. Я ее просто под классические штаны ношу. И под джинсы просто потрясающе выглядит. Вот такая вот кофта. Потрясающе просто. Ее можно, я думаю, просто вот так вот расправить. Штаны заправлять. И это, наверное, последняя вещь, которая будет сегодня из Uniqlo. В этом видео. И это еще одна толстовка. Это еще одна толстовка, она в размере small, и это коллекция типа Монализа, музей, такое все вот. Вот так вот она выглядит спереди. Я взяла в маленьком размере, в small, потому что у меня все толстовки очень длинные, и она, мне очень нравится, как она снизу сидит, она как, у нее резиночка есть, но она не очень стягивает, она более свободно сидит, и сзади это просто обалденный принт. Потрясающе, мне нравятся вот эти вот надписи здесь, что она такая более-менее минималистичная. Вы можете увидеть, как она прикольно выглядит. И эта толстовка, как вы можете видеть, она стоила 19,99 на скидку. 19,90. Вот, вот такая вот толстовка. Я очень хотела в белом цвете себе. Ну, моя сестра купила себе в белом цвете, так что я вот такую вот себе взяла. И она не менее круто выглядит. Мне очень нравится такой ближе коричневый, наверное, оттенок. Потрясающий просто. Лучше брать в своем размере. Или на размер больше, потому что она будет просто гигантская. Вот так вот потрясающе она выглядит. Мне очень нравится, как она выглядит. Просто очень, очень простенько и со вкусом. Все эти толстовки мне обошлись в... У меня получается 4 толстовки, они где-то 60... Около 70 долларов мне вышли 4 толстовки. Я думаю, это очень крутая цена. Около 90 долларов. 88 баксов они где-то вышли. Да, 88 долларов. Я сейчас покажу то, что я купила именно в магазине. Ездили в молл, который рядом с нами. Находится где-то 30 минут от нас. И мне очень нравится, что там все мои любимые магазины собраны. Поэтому я очень люблю этот молл. И там очень удобная парковка. Короче, я его просто обожаю. Первая вещь, что я купила Zara. Это вот такие вот джинсы. Можно их найти на сайте. Артикул можете посмотреть. И я себе заказывала в размере 0. И это получается полная длина. Их оригинальная цена была 45,90. Эти штаны мне обошлись 29,99. 30 долларов обошлись мне. Это вместе с таксом уже. Они выглядят вот таким вот образом. Я их еще померяю, конечно. Это я себе заказывала в размере 0. Это полная длина. Вот так вот они выглядят. Это такой глубокий синий цвет, такой темный они. Мне очень нравится, как они выглядят, но они на меня чуть-чуть, как сказать, чуть-чуть узковатые. Я сейчас похудела. Я когда себе брала размер двойки брала себе, на меня двойка была очень,
Выкройка у меня была очень большая, и была та мотня прям внизу очень низкая. Поэтому я решила взять ноль, и они на мне чуть-чуть еще туго сидят, чуть маловато. Я думаю, они на мне скоро будут сидеть идеально. Я, конечно, покажу, как они на мне сидят, но они на мне будут еще лучше сидеть, я надеюсь. Вот такие вот штаны. Я надеюсь, что скоро они на мне будут сидеть просто потрясно. Вот. Ну, вот так вот. Они, кстати, сидят очень довольно-таки неплохо. И мне нравится очень длина. Я думаю, они будут под... Если я буду одевать Nike, они будут просто потрясающие. И следующие покупки — это то, что я заказала онлайн. И это два платья, которые они более такие элегантные, вечерние, я думаю. Но я сейчас не знаю, я себе еще обувь не заказывала. У нас скоро будет в церкви Новый год. Мы будем отмечать. Я даже не знаю, чем мне пойти. Думаю, я одно из платьев одену, но я себе, кстати, хочу еще покупать Мартинс. Первое платье, оно выглядит вот таким вот образом. У него цвет такой коричневый, очень темный коричневый цвет. Его оригинальная цена была 45,90. Я его купила, кажется, за $22. Нет, она мне вышла 28 баксов. Оно потрясающе сидит, я, конечно, все покажу. И я его буду сочетать. У меня есть такие потрясающие туфли, которые... босоножки, которые я заказала на ASOS. И они мне очень нравятся, висят. Я уже их ношу, наверное, я не знаю, сколько месяцев. Я, наверное, летом, в начале лета их заказала, и они потрясающие. Просто, конечно, сейчас уже не сезон, но... Здесь как бы американцы, им все равно, какой сезон, не сезон, все ездят на машине, и многие в церковь в босоножках ездят, и я думаю попробовать побыть американкой на один день. Шучу, ну просто это как бы не проблема. Если у каждого есть машина, можно ездить в машине, это очень комфортно, это не предоставляет никакого дискомфорта, это очень удобно, да. Вот здесь вот шея такая красивая. Потрясающе. И я, кстати, себе, скорее всего, буду покупать Мартинсы. Я еще не решила, какие, потому что я очень долго выбираю. И следующее платье. Это тоже в коричневом цвете, но это более посветлее. Это, кстати, платье, которое я показывала до, оно было в длине мини. И оно потрясающе сидит, оно мне чуть-чуть выше колена. То есть на мой рост, у меня 1,62 м, но сидит потрясающе. Я не люблю мини-платья, но это просто из-за того, что Zara очень высокие модели, а я не модель, оно мне сидит нормально. Следующее платье, оно выглядит вот таким вот образом. Я знаю, что оно без тела, без фигуры выглядит странненько, но вот так вот оно выглядит. Я его померяю, конечно же, у него вот такой вот коричневый, темно-коричневый цвет. Вот так вот оно выглядит. Здесь вот такие вот идут сборочки. И оно мне вышло буквально $33, кажется. Там была еще скидка. Кстати, очень классный лайфхак. Если вы заказываете через Инстаграм первый раз, вам 20% скидка идет. Это очень классно. Если особенно вы делаете большой заказ, я думаю, вы можете нормально сэкономить. На большую сумму, если делаете заказ. И скидка была, и некоторые вещи там... Ну, как бы оно не сильно совпадает с сайтом, то, что на некоторые вещи есть скидки, на некоторые вещи еще нет скидок, которые есть на сайте. На clearance стоят вещи, но там можно, во-первых, если вы заказываете, там очень классно можно отследить посылку, там буквально каждый шаг можно отследить, в каком она городе. Если я заказываю с сайта Zara, очень долго не приходят никакие обновления. Плечи, кстати, такие более объемные, сверху как объем. И руки тоже, они идут чуть свободные, они не по силуэту идут. Вот так вот этот платье обалденно смотрится. Я думаю, если какие-то каблуки ищут, будет вообще кайф. Это такой у меня сегодня аутфит. Я теперь 16 штук, надеюсь, что мне хватит. Хотя, наверное, не хватит, надо было больше. Как вам Маша новые штаны из Зары? Мне нравится, это новый шопер там. Вот такой пакетик с разными украшениями. И я не уверена, что его не украшается, кстати. Я думаю, просто оставим ее с огоньками. Меня эксплуатирует. Итак, гайз, вот так вот елочка выглядит. И на
этом я заканчиваю видео. И я надеюсь, что вам было интересно смотреть такое видео. И спасибо большое за просмотр.